релакс в Анталии. Собачки гуляют, хотят чего-нибудь попросить. Вот так люди приходят, сидят, удочки настроены. Вряд ли кто-то что-то поймает. Это просто настоящий релакс. Свежий морской воздух. И ни о чем не думаешь. А вдали горы. Конечно, климат здесь исключительный. Сегодня купались многие. Вот это старая Анталия, район Мурат-Паша. Рыбачат на лодочке. Дивное, чудо-чудное, это Анталья. Сейчас покажу. Немножко турецкого колориту. Время 16:23, солнышко уже скоро начнет садиться. В некоторых горах уже снег лежит. Да, это я вам уже говорила. Дома Абрамович построил. У них своя инфраструктура очень богатая. Ну, в общем, все у них прекрасное. И у нас тоже хорошо. Вот. Какая она, Анталия. 27 декабря 2023 года. Всем всего самого доброго.